вы отдали свой голос, и почему именно... А, я скажу, если бы вдруг они были в номинации. Я скажу, у меня есть фаворитка среди них. Фаворитка Бузова. Объясню почему. Потому что эта девочка делает все искренне, это видно. Вот и все. То есть мне, я не знаю о вокальных данных девочек, но то, что Бузова делает это искренне, я это вижу. Поэтому мой голос за нее. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну, Егор, мне кажется, каким это вопрос, ты должен был просто в конце спеть, верить песни, которые есть, да? Я не понимаю, что они тебя послали сюда. Нет еще номинаций. Это больше всего волнует. Ну, они единственный прецедент на прорыв Дрога. Но есть монахи, которые талантливы, но... Тебе надо вот перчинку.